загрузились мы. 28 палетов, ящики с какими-то трубками. Что самому грузить, крепить. Ну, карчик подавал. А я там с рохли электрической возился. Ну все, поехали. 233 километра. По выгрузке я что-то не до конца понял, что там и как. Написано с 12 до 2, кажется. Да, непонятно, почему с 12 до 2. Задал вопрос боссу, что по выгрузке, что-то ответа нет. Всего 13 тонн, ну как-то тяжеловато. Я думаю, что ночевать я буду в тарпе. Еще и скажу там магазин, надо еще заехать на заправочку. Выгрузится. Ребята нормальные, блин, вот я поражаюсь, датчан, вот реально. Пожилые датчане разговаривают по-английски, причем даже, ну, хорошо разговаривают. Не как носители, но вообще понятно все. И они понимают, и я их понимаю. То есть вообще замечательно. С немцами не сравнить. Свикивали мальчик. Поставил 2-2, потом 3-3-3-3-3-3-3-3-3, включи 28 балетов. Ой. 15. Где-то к 8 часам приеду, я думаю, в Тарп. Мне это по выгрузке непонятно. Или что? Да боже, позвонить, что не отвечает. Сейчас я вам послал сообщение, он его не прочитал. Я перезваниваю, чтобы он прочитал сообщение. Он сейчас будет мне звонить. Я ему время говорю. Я просто вижу, что ты не прочитал, поэтому набираю тебя. Прочитаешь, когда там закроется офис. Туда нам нельзя. Она туда не надо, нам направо. Продолжение. Мы здесь заезжали, вот. Вот туда. Надо показать по Дэнсе. Но Дэнс, по-моему, там на разворот, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот зачем звонит? Вот не буду поднимать трубку. Прочитай сообщение. Чем мне, блин, тратить интернет? Ответь, тогда, если что, будем решать. А то он просто
Получается, что позвонить спросит, ты звонил? Я звонил, чтобы ты прочитал мое сообщение. Что меня загрузили, блин, что я... Я же постоянно так делаю, если я вижу, что не прочитал. Причем связь плохая по этому, по WhatsApp. Я уж лучше по простому телефону звонить, да? Это так, я смеюсь. Как же он сейчас ответит, я ему напишу. Ой, я ему позвоню. Ладно. Идем на Фредерисию. Фредерисия, кстати, первый мой морской порт заграничный, когда я начинал морскую работу в море. Это был 89-й год. Фредерисия. Фредерисия и Усикапунки, я помню. Два порта. Усикапунки, по-моему, в Бенельде. Так что вот так. Ладненько, все, гоним. Граница. Ну что, граница через 4 километра, через километр у нас заправочка. Будем надеяться, что сейчас не будет так много машин. Без 15,7. Блин, мне бы в магазин еще успеть сегодня. Он был открыт, а не закрыт. Надеюсь, не до 8. Просто-таки. Ну, дайте, чтобы никого не было. Ну. Блин. Ну вот этот. Идешь на заправку или что ты там? Или на паркинг? Иди на паркинг. Молодец. Ну давай, проходи, дружище. Блин, это встал так. Классно стал. Чуть-чуть проедь. О, молодец, спасибо. Иногда везет. Мне, по-моему, вот сюда надо, вот на эти заправочки. Даже иглу можно заправить. Так, сейчас посмотрим, что там у нас с баком. Нормально. Подъехали. Все, час 59, можно сказать, ехали. Пойдем заправляться. Ну что, заправились? 2-3-3-4-3-5. 2-3-3-4-3-5. Сколько? 668. Эдблу не удалось заправить, по-моему, я лимит исчерпал. Денежный 750 евро, кажется. Ну, у меня Эдблу хватает. Все, теперь несемся на паркинг. Чудак пропустил, который меня. Ну что, 24 километра нам до чего? До Тарпа. Так что, может быть, я в магазин тогда схожу, сдам тару. Шортики высохли, я, кстати, шортики постирал. Ё-моё. Висят у меня там. Руками стирал. Шорт надо прикупить, блин, где-нибудь в Лидле, блин, где-нибудь в каком-нибудь. Попасть бы на распродажу в каком-нибудь дешевый. Что-то надо из джинсов сделать шорты, блин.
сколько я? 19 минут потратил. Оба бака. Сейчас не полных не получилось. Потому что там. Так. Сейчас я думаю, что немцы не будут проверять. Дача не проверяют. Я помню, как я тоже на бусе ехал, меня на таможню, блин, на проверку заслали, да, было такое. Было-было. Было-было-было, но прошло. О-о-о! Вон там уже, блин, и шелка есть. Я, конечно, на шелке где-нибудь постоял бы. С этим, как он называется, с интернетиком, блин. Хорошо, хотел бы проверить вот Wi-Fi свой усилитель. Он там, где есть какой-то пароль или регистрация, он почему-то не работает. Было-было. Может, там должна быть регистрация. Причем регистрация не того, что, ну, пароль вводить, а там какая-то автоматическая, он должен переслать вас на сайт, как вот в Ростоке, как Stenaline, по Scandlines, во всех этих фишках. Ну вот мог бы ты, конечно, тоже, блин, где-нибудь так проехать хотя бы до этого. Ну ладно, теперь мы тоже так сделаем. Откроем страну. Вот, водитель один, начало страны, Germany. Окей. Или он будет долго водить сейчас? Не понял, куда-то он решил ехать. Странно. Этому не дал дорогу, этому странно. Тут, блин, и там выезд есть. А это что там стало? На проезде встали они, что ли? Некрасиво как-то они стоят. Там нельзя стоять, по-моему, в одном месте. Проезд должен быть. Вообще-то для людей. А, проехал, ты устал, пошел в магазин. Ну все. Ребята, мы в Германии, сейчас на знакомый ТАРП, быстренько в магаз сгоняем и будем отдыхать. 8 утра, парижского он должен сообщить, или стартовать, не стартовать, или ждать этого самого, блин, как они там прислали с 12 до 2. Я-то могу стартануть, мне-то что? Как и сегодня мог стартануть. Ну, конечно, когда уже шел 11 час отдыха, он мне прислал, что надо гнать. А с другой стороны, что-то как-то мне не особо хотелось опять эту клатуру брать, туда везти. Ничего такого особого нету. Ну, а сейчас что-то новенькое, мне этого не было. Этой загрузки. И выгрузки мне это не было. Как-то так. 58. Я вот автохоп. Наш какой там автохоп? Шелк или что-то? Вот шелок нету нигде впереди меня. Это Игорь говорит, там типа есть на бане заправка и паркинг. Да, есть, орал. Ага. Будут ли там места? Я не люблю на этих заправках стоять, вот честно. Ну, кто смотрит мои видео, тот знает, что я любитель, блин, всяких промок таких, всяких таких нюансов. Поближе к магазину, подальше от людей, от коллег. Не люблю стоять в елках. Потому что мне-то не мешают, что, ребята, что там
заводят или не заводят движки, или там рев работает, но они другим мешают, не может отдыхать. Мне как-то ровно это все, честно. Но не хочу, чувствуя себя дискомфортно, что как будто кому-то мешаю. Не люблю я это дело. Вот. Черт, сколько там еще? Сейчас скажу вам. 17 километров. До поворота 14, потом сойдем вправо. Сегодня понедельник, кстати, да? Андрюха вчера стартанул, где-нибудь спотыкнемся. Где-нибудь спотыкнемся. Он тоже идет туда, куда я пошел, с Польши. Вот. Ти-ри-ри-ю. Так, кстати, комментариев много получил по видео, где я там рассказываю про дурачка, который после моего предложения, что могу просто помочь, подсказать, куда позвонить, начал какой-то бред. Типа, хейтеры там не переживает, узнаваемость. Тем более, типа, что он там, он помнит, как я начинал, какие вопросы задавал. Это, блин, вообще классика. А как должно было быть? Человек начинает и вопросы не задает. Ну, потом растет, да. Ну ладно, это так. Спасибо, ребят, за поддержку, кто пишет. Кстати, немножко был удивлен, что девушка написала такой достаточно обширный комментарий. Вот. Оказывается, не только... Ну, я вообще, в принципе, говорю, что очень наверняка интересно посмотреть не все видео, а некоторые видео супругам моих коллег. Посмотреть не в красках вообще, как на нашей работе, да, там, как все хорошо, как все плохо, как все скучно, как все там, я не знаю, как называется, тоскуют, переживают, не могут работать. Не могут работать, идти домой. Нет, суть не в этом. Суть просто я без приукрашивания, вот что я думаю, то и говорю. У каждого из нас есть свои мысли в голове, когда они едут, но каждый всегда о чем-то думает. Вот примерно такие же рассуждения и большинства моих коллег. Но эта девчонка, оказывается, девушка или женщина, цепор нос, как говорят у нас в Латвии, или шляпу долой, или, блин, уважуха, респект, она, оказывается, наш коллега. Ну, только не понял, в прошлом или в настоящем. Но вот работает и смотрит меня. Очень приятно было. Ну, незнакомка, привет тебе, удачи тебе. Неважно. Главное, самое интересное, что он написал, ей нравится. Вот мне точно, реально тоже нравится ехать. Я получаю удовольствие от работы. Честно, вот получаю удовольствие. Я не ною. Я могу там, типа, поворчать на некоторые нюансы, но, честно, я вот как вот чувствую себя, как раньше в море. Месяц дома сидел, я уже хочу в море. Вот так и здесь. Как бы был в деревне, занимался работой, устал. Но понимаю, что надо что-то сейчас уже менять. Пора ехать на работу. То есть немножко уже соскучился. Конечно, хочется в отпуске отдохнуть, но чтобы отдыхать полноценно в отпуске, мне нужно сейчас подготовить. Вот лето закончится, уже меньше работы. Но сам факт говорю, что реально чувствую такую вот тягу. Хочется быстрее сесть за руль и вперед. Еще главное, очень интересно, у меня такого раньше не было. Я же сейчас выезжаю из Риги. Понимаете, из Риги, тот город, где я живу на данный момент. И пошел на круги. До Германии и стал на круги. А раньше такого у меня не было. Ну, одной фирме было в Ника-2, где у меня там неудачный опыт был такой. Не сошлись, как говорится, мы с директором. Ну, какая-то там непруха шла у меня. Но фиг с ним. Суть не в этом. Просто тоже вот выезжал из Риги и шел куда-то. И, ну, возвращался обратно. Я не на круги там шел. Вот. А обычно я ехал на своей машине, либо на рабочем бусе, либо на пароме, да, там, на работу. Садился в машину и так сам возвращался.
на пароме, либо на бусе рабочем, либо на своей машине. А здесь вот очень интересно. И еще, вот сейчас уже третью каденцию я здесь. Меня все устраивает. Конечно, зарплата не 200, не 220 в день. Но меня устраивает. Вот реально меня устраивает. Я удовлетворен атмосферой, отношением. Вот. Повторюсь, не деньги важны. Важно получение удовольствия, чтобы климат был спокойный, чтобы ты был уверен в завтрашнем дне, что тебя ждут на фирме. А не так, что ты уехал, а потом надо ехать, тебе говорят, а ты не приезжай. Нормальный доход. Вот, ну ладно. Хватит о грустном. 10 километров нам осталось, 6 до поворотика. Go ahead. Full speed ahead. Кстати, переводит с морского полный вперед. Так сказать, кто смотрит меня хотя бы изредка, а может постоянно, уехали, дождь попал почти, кто знает мое одно из любимых мест, где я люблю стоять. Вообще я больше всего люблю стоять в Ротбе, честно. Ну, Тарп мне нравится тем, что здесь магазин есть. И места всегда есть. Вот это самое важное. Ой. Кстати, я доел свой супчик из желудочков и куриных ножек. У меня еще курица есть маринованная. Сейчас подумаю, сильно тратиться не буду, что-то прикуплю, попить надо купить, наверное. Не стоит покупать, пить. У меня есть еще сироп, я его развожу с водой. Это лучше все-таки пить не газированную воду, а простую воду. Водовку. Водичку. Накапывает. И у меня отсюда останется, кстати, где-то километров 47 пока. Отклонимся, 50 будет километров. Согласился со мной босс, что лучше я здесь буду стоять, чем туда куда-то ехать. Непонятно, будут ли там паркинги. Зачем мне это нужно? Время тратить. Я все равно сюда буду приезжать. Вот я и заехал. Оверси. Оверси. Не знаю, что это значит. Андрюха говорит, как-то я выезжал с Тарпа, он видел. Он шел мимо. Он не заходил в Тарп, он шел мимо. Это здесь есть где погулять. Здесь, кстати, можно как-нибудь 45-ку постоять с удовольствием. Магазины открыты, там есть и туалет в магазине. Стиральной машины я там не видел. Почему нет? Стой и наслаждайся. И можно погулять, если хорошая погода. Было бы еще где-нибудь озеро. Да, это не в этом самом, не в Эмоне, блин. На базе Ситран. Сел на машину и поехал на озеро. Там с этим хорошо было. Хотя, ведь он говорит, еще не было теплого дня в Голландии. Время наше место посмотрим, может быть, свободно. Мне бы, конечно, как-то немножко по-другому встать. Попробуем сейчас по-другому встать, доехать до магазина, повернуть направо, чтобы моя эта
бак мой помывочный был с правого борта. Ну, вернее, есть в правом борту, но чтобы он был со стороны... А, ну там дальше можно проехать, со стороны клумбы, так сказать, где трава. Это не очень приятно так зубы чистить. Ну, хотя я стараюсь аккуратно это все делать, ну, просто там проезжая часть туда. Ай, ладно, поедем, как мы ездили всегда. Надеюсь, мое место почему-то всегда свободно. Один раз было занято. Ну, и то только это место, там у меня... 2-3 места есть таких. 2-3 варианта. Вот перейти в магазин «Фамилия». Оба-на. Очень похоже, что это, блин, какой-то мой коллега. Миша, что ли, блин? Очень похоже. Неразговорчивый Михаил. Не хочет разговаривать и не надо. Я не напрашиваюсь. Здесь стоят. Я здесь не люблю так стоять. Да можно тоже здесь сделать. Здесь обычно с этой стороны ставят машины. Что-то многовато машин сегодня здесь, я скажу. Если что, там объеду. А, ну, наверное, потому что места еще были заняты легковыми. Да, есть свободное место мое. И за этими легковушками там мы и встанем. Пойдем мы вот туда влево. Там Лидл у нас. Магазин. Как-то этот стал не байги хорошо. Интересно, мы вот там станем как раз, в дальнем месте. Можно вот здесь стоять напротив, но как-то лоб в лоб мне как-то не особо приятно. Кстати, вот на хорошее место сейчас будет свободное место. Мне здесь не нравится. Поедем мы дальше. Здесь напротив этих самых. Нет, поедем дальше. В новое место. Проедем мимо Лидла. Тут все время многовато машин, действительно. Ну, не мимо Лидла совсем, а не доезжает до Лидла. Вот здесь, по-моему, перекресток будет. Лево. Думаю, мы там где-то встанем сегодня. Будут там места? Вроде есть. Лидл у нас вот там. И сегодня мы на новом месте будем. Изучаем диспозицию. Блин, тут эти самые стоят. Стало так дико, как классно очень. Да, блин. Не алло. Можем здесь стать. Я думаю, что мы так и сделаем. Потренируемся задом.